против всех исчадий из глубин преисподней, против всех нечестивцев рода людского, против легионов мы выставим тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссякнут. Мне их не сдержать! Это они! Нет! Все назад! Бегом! Они повсюду! Потери исчисляются миллиардами. Нам осталось лишь молиться. Молиться, что он нас не оставит. Прием! Кто-нибудь, если вы слышите, ну хоть кто-то! Пытаюсь запеленговать жреца преисподней. В настоящий момент захватчики контролируют почти две трети планеты. Мы запеленговали жреца преисподней. Цель помечена, но сигнал весьма нестабилен. И вы их не страшит воинство людей? О, нет! Таково он один! Печать зверя приводит их в ужас! Метка на индикатор.
Моя душа под защитой! Вы не можете! Сократился на 36,8%. Осталось еще два жреца.
Очищение Земли – необходимый шаг к светлому будущему.
благодарить вас за поддержку. Ваши страдания вдохновляют нас каждый день. Thank you.
Воспитательница рядом. Она внутри цитадели демонов. Отмечаю точку на индикаторе. Находится место сбора жрецов преисподней. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Присутствует Кан-Созидательница, но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Как это возможно? Никто живой не мог пройти врата, только... Это ничего не изменит! Мир будет принесен в жертву Великой Кан-Созидательнице, и источник мощи вновь наполнится до краев. Как предначертано, он поглотит жалкие души неверных! И даже ты не спасешь их от воздаяния! Это шанс человечеству на искупление, послужить нам за грехи. Воля Созидательницы — закон для каждого. Я активирую портал. Ты знаешь, ведь ты сам карал ослушников. Обнаружить второго жреца. В небесном локаторе не хватает одной детали. Нам понадобится замена. Я переделал вашу пусковую установку. Изрыгатель пламени уже готов к испытаниям. Thank you.
активирован и готов к применению.